размещались. У нас вот будет столик, где обязательно все будет сыпаться. Это же дети. А мы сдвинем два стола и будем их кормить больше количества смен. Зачем два? Такие надо сказать. Ширина, вот она. Вот она, ширина. Вы здесь, общественный совет, для чего были, а? Кто вас увидел? Радость моя. Где ваша была позиция, а? Молчите? А, вот так. Вот смотрите, как должно было быть. Привыкли. Вот привыкли. Вот как должно было быть. Вот видите? Вот. Это вообще отсутствие каких-то разумных подходов к выбору этого стола. Мы поработаем над этим. Кто заказчик? Потому что не может качественно сопровождать проект, не может быть приемщиком проекта, а это просто путь в тюрьму. Молодец. Поэтому вы такую подобрали мебель. Я вот не говорил вам. Да. Ну, поняли, да? А вот. Что там такая красивая? Посмотрим. Вы меня как-то это... Что? Не расстраивайтесь. Поэтому я вам сказал, давайте посидим за этим столом. Да. Да. Где-то вот, видите, вот. Понимаете? И что? Это вы покрывали. Конечно, вы сюда ездили, поэтому и дома с обманкой были. Ну, конечно. Так. Но мы так долго жили, страна так работает. А страна ни при чем, это вопрос у нас. У меня есть сам, что изменится вопрос. Это вопрос таким же, как мы с вами. Вот я вам сказал, что там, подумайте, куда эти... антивандальные столы и стулья выпускаются. Вечером вы поймете.